Сегодня я купил синтетический лубрикант R10 спрей фирма Rapid 120 миллилитров. Ну, что-то легкий он очень, с голограммой. Вот это заменитель, вернее не заменитель, аналог ВД-шки. Универсальная синтетическая смазка для очищения, защищает коррозии, так, любые, в общем, металлы, легкий уход. Вот, стоит 57 гривен всего. Это голограмму какую-то сюда приклеили. Какая-то хрень. Вот. Ну, эта трубочка вытаскивается. Трубочка вытаскивается и вставляется сюда. Так, вставляем. Попытка номер два. Так. Чуть на меня не стрельнуло. Так, в общем, нажимается и... Сейчас попробуем брызнуть на салфетку. Такой вот. Ухо-хо-хо-хо. Пахнет почти как ВД-шка. Ну, чуть-чуть не так. Ну, такой вот спрейчик.